свиная, свежая. Свиная? Да. Сколько? 100. Хорошо. А где она? Сейчас купим обязательно. Нормальная цена. Так, а что здесь? Тунец красная. Тунец, это же тоже красная. Красная, да? Ой, как здорово. Креветки. 150. Так, здесь свежие. Так. Креветки. Кольца. Так, смотрим. Подожди, так. Так это кефаль. Судак. Так, а форелька есть? Форель. Какая? Сибас? А, такая. А, речная. А судак сколько? Почему просто? Я хочу. Я ж вам рекламу делаю. Ну хорошо, я вас не буду. Вы можете как написать, с фотоаппаратами не заходить. А мы не можем. Ну, хотели купить, вы не хотите, как хотите. Так, где форель? Мы как раз таки хотели купить, а вы не хотите. Вот здесь, вот посмотрите в холодильник. Где она? А, вот маленькая. Так, ага. Так она мороженое получается, да? Да. Давай 4 восьмого. Подожди, а свежий? Дай посмотрим, может там свежая есть. Но она вроде нормального цвета. Да. Свежая нет, а что? Свежая мороженая. Ну сейчас. Кальмар 97. Может кальмарчика взять? Тоже, видишь? Ну вот, отпугнула тебя клиентов. Надо же. Но. У вас форельки тоже речной нету? Речной. Не бывает, да? Бывает сейчас. Мы просто свежую покупали, вот прям. Да. С прилавка. А если судачок, сколько он будет? 200. Форелька. Форель тогда лучше. Белуха. Филе карпа морского судака. Ну, весь 200 гривен. А сибас, вот что это за рыба сибас? Вот такая же. Так похоже. На форель похоже. А сибас на что похоже? На форель похоже по вкусу. Она без косточек, очень вкусная. А почем? То есть она считается дорогая рыба, да? А судак почем? 200, я спрашиваю. Маленький. И судак тоже вкусная. Можно. Это, видишь, это вот она и похожа на дорогую. Да. Или то взять. Форель свежая вообще по 400 получается. Здравствуйте. Свежая. 280. Ну, видишь, дороже свежая, да? Да. А вот это что за рыбка? Толстолобик свежий. Толстолобик? Да, 150 гривен. 150 гривен. И свежая подороже. Дело. Ну, давай возьмем, попробуем то. Хек. Скумбрия 84. Так, пошли тогда, да? Да.